Испания. Испания. Оуа. А, вы по-русски даже? Мы Москва. Что? Говорят, что Путин позвонил и сказали испанцам, что если вы выиграете, вас убью. А как вы пробовали российское пиво, спроси. How do you like our beer, Russian beer? Oh, it's amazing. I really like it. Yeah. Да, мне очень нравится. Россия, Россия, охуенно. 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 Охуенно, ля, охуенно. Охуенно, мой амор. Всем привет, ребята! Сегодня попробуем исправить ошибку. В прошлый раз мы взяли интервью неполноценное, у нас такое получилось. В этот раз мы сделаем такое, что называется, с переводчиком. У нас будет Влад переводить все фразы. Пройдемся по Манежной площади, а также зайдем на Никольскую. Проведем опрос, как отношение иностранцев к России изменилось в лучшую сторону или в худшую. Спроси, первый раз в России? Are you first time in Russia? First time. First time here. First time here. Первый раз, да? А кто выиграет чемпионат России? Who's gonna win the championship? Ah, Brazil. Come on, come on. Другого нет, ты ждал. Как русское пиво? How do you like Russian beer? Russian beer. Пиво? Perfect. Yes, very good. Пойдет, да? А поскольку вообще денег выходит, с какими столкнулись проблемами здесь? How much money do you spend a day for one person? For food, for hotel, and what problems do you have in Moscow and other? Maybe rude people, maybe We don't have any problem What's here. What's your problem about? And we spent about I don't know. 10,000? 5 to 10,000 a day. 5 to 10,000. For two? Yes. For one person or for two? Yeah, for one person. Because we drink a lot of beer. We очень много пива пьют, поэтому 5-10 тысяч на одного человека тратим. But before, everything, hotel, beers, food, transport. И проживание в том числе, короче, все сразу. Все, спасибо, good luck. Давайте, до свидания. Всего хорошего, давайте, удачи. Спасибо. Как вы пьете российское пиво, спасибо. How do you like our beer, Russian beer? Is it tasty, delicious? Good, good. Хорошее пиво? А что больше всего понравилось вообще? What did you like the most in Russia or in Moscow? Girls. Девчонки классные, да? Там еще надо попробовать. Yes. А поскольку денег уходит в день на одного человека? How much money do you spend for one person a day in Moscow? With hotel, with food, $100. For $100? Yes. $400. На всех? For one person. For one person. With hotel. With hotel. Да, yes. С отелем, говорит, $400 на одного. $400 на одного человека? Короче, ребята сказали так, что $400 у них вместе с отелем выходит на одного человека. Но смотря где они, конечно, остановились. Потому что очень шумно тут немного, поэтому, возможно, было не слышно, что они говорят. А кто выиграет чемпионат мира? Как вы думаете? Who's gonna win the championship? Аргентина? Аргентина. Ладно. Давайте, good luck. Регалено уна. Хулена. Охуенно? Хулена. Хулена, ля ама хулена. Хулена, мя мор. Все, давайте. Вот сейчас спросим еще у Бразилии. Вот, спроси. Бразилия. Как вы пробовали российское пиво, спроси. How do you like our beer, Russian beer? Oh, it's amazing. I really like it. Yeah. Очень понравилось, отличное пиво. Да, мне очень нравится. Вам очень нравится, да? Вы даже по-русски разговариваете? Отлично, отлично. Плохо, ничего себе. А чего вы ожидали от России? What do you expect from Russia, from Moscow, from our people? Пока я не знаю. Пока не знаю. Пока не поняли еще. А вам понравилось Москва? Нет, пока я не знаю, потому что традиция Руссия. Нет. Русские традиции вы еще не знаете, как бы, да? Да, нет. Русские традиции – играл в футбол. Don't have any tradition to play football, so that's why I don't know. У нас, говорит, нет, традиции, чтобы играть в футбол, поэтому поэтому не знают. Да. Но... Архитектура в Москве, что запомнилось вообще? Больше всего, что понравилось, что не понравилось? А мне очень нравится Красная площадь, Измайлов. Измайлов? Парк? Да. Кремль. Да. Кстати, в бразильские танцы карнавал проходит ежегодно. Вы знали об этом? То, что в Москве проходит? Ежегодно весной у нас проходит бразильский карнавал. Да, самбо, да. Так что заходите ко мне на канал, посмотрите, там, кстати, есть. Я реально. Буду посмотреть. Андрей Водман. Андрей, набери, кстати, в интернете. Russian beer. Beer is beer.
everyone. But it's good. You know what we like? Russian vodka. Russian vodka. Russian vodka. Давай, удачи. Хорошо, вот как круче говорят. Так что, ребята, пиво рядом не стояло. Viva Colombia! Viva Colombia! Viva Colombia! А что вы ожидали от России впереди? What do you expect from Russia? That much clean that we expected. Не так чисто, как ожидали. The people can't speak English. We can't concentrate. Никто английского не знает. Никто английского не знает. Ага. А что вам понравилось в Москве? What did you like in Moscow? Our dishes, our food, our food, our girls, our men. Архитектура красивая, да? Люди не очень такие, кстати. Where are you from? Where are you from? Mexico. Mexico. Okay. How do you like yesterday's match, Mexico Sweden? Are you from Russia? Я по-русски так понимаю, ребят. Мексика, Швеция. Можете перевести? Как понравился вчерашний матч? Я не могу постараться. Что вам понравилось в России? What do you like? Временно просто забыл слово. Вы пробовали российское пиво в России? Did you try Russian beer? Yeah, I really like it. Бочка, Балтика, Туборг. A lot of them. I really love beer. I live in Germany, so I really like the Russian beer. Живет в Германии, поэтому очень любит пиво. Понятно. Ну, в Германии, соответственно, лучше пиво, наверное, чем в России, спроси. The beer of Germany is better than in Russia. Is it? Yeah. Лучше, да. Russian is also good. На Ютубе. Русское пиво тоже хорошее. Тоже хорошее. Но Германия лучше. Относительно, понятно. А кто выиграет чемпионат, вы считаете то, что мексиканцы, да? No, against Spain maybe. Spain? Yeah, Brazil is not final. Против Испании выиграет чемпионат Мексика. Так думает человек. Ну, what's your name? Умберто. Умберто? Сотелло. Сотелло? Умберто Сотелло. Влад. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Все, хорошего, good luck. Okay, bye-bye. Вот, ребята, мы идем, короче, здесь аргентинцы, ребята. На плакате здесь видно Месси. Excuse me, can I take one picture? One beer, one photo. Wow. Пиво говорит за фотографию. Are you for the first time in Russia? Yes, first time. How do you like our country, our city, Moscow? Fine. В каких вы городах побывали, кроме Москвы? What cities did you visit? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Нижний. Как вы думаете, кто победит чемпионат? Who's gonna win the championship? Championship Argentina. Argentina. Of course. Пробовали ли российское пиво? Понравилось ли российское пиво? Did you taste Russian beer? Russian beer is good. Нормально, да? Very good. Yours is better, yeah? Yours is better. Yes, I'm beer, one picture. Но ваше пиво лучше, что ты говоришь? Ваше пиво лучше, да. Короче, пройдемся еще здесь, по Александровскому саду. Поспрашиваем мнение у разных людей, в том числе и бразильцев. Они, кстати, вчера победили 2-0. Так что Бразилия... Oh, guys, where are you from Brazil? Yes. Поздравь их со вчерашней победой. I congratulate for winning your team. In yesterday match, Brazil Tegro. Serbia. 2-0. Awesome. Oh yes, it was a really good game. A good test. А что больше всего понравилось в России? Did you like in Russia the most? The girls are awesome. Что? Девчонки, пиво, говорит, понравилось. Пиво хорошее российское, да? А с какими проблемами столкнулись в России? What problems did you have in Moscow and in Russia? I didn't have a big problem. I just seen that people are rude here. Грубые люди здесь. Yes. Грубые, да? Не улыбаются, в смысле? Как-то менее приветливые. Не все, говорят. Ну, не все, да. They don't smile, they don't smile, they are pushing, you know. Yes, sometimes we ask something and, oh, no, I don't know, and even try to help. Иногда они спрашивают там, как помочь, там, куда пройти, а люди, мы не знаем, а они знают, что она, видно по лицам, что они знают, но они хотят помочь. Ну, они просто, может быть, do you speak English обычно говорят, наверное, плохо знают английский. Maybe they just don't speak English. Yes, a lot.
Most people don't speak English. Yeah. А как им, по-русски? Кстати, как цены московские? Невысокие ли цены like для них? Prices in Moscow? Oh. They are not high. Yeah. No, not high. Хороший, no, вполне вполне нормальный, да? In Brazil they are the same prices. It's the same price. В Бразилии где-то. То есть вы хотели бы вернуться в Россию еще в будущем? What do you think? Are you going to visit Russia again? Yes, yes, yes. Девушке понравились. Здесь у нас, ребята, забивака. Чтобы с ним сфотографироваться, надо это стоять небольшую очередь. Where from? Spanish. Spain. Испания. А, это Испания? Я говорю чуть-чуть. А, вы по-русски даже? Мы Москва. Москва, короче. Нет, просто хотели бы несколько вопросов спросить. Несколько вопросов. А первый раз в России? Вы? Я второй раз. Но я учусь здесь 15 лет назад. А, 15 лет назад. Я учился в Москве. Что вы будете смотреть Испания и Россия? Будете смотреть. Друзья, кого? Путин. Путин. Что? Говорят, что Путин позвонил и сказали Спасу, что если вы выиграете, вас убью. Понравилось в России или как? Или есть какие-то проблемы? Мне очень понравилось. Да? А ребятам? Некоторые говорят, что наши люди там какие-то грубые, не помогают. Нет. То есть приветливые люди, да? Нет, и что? Мы приехали по резине, они не прекрасные, они говорят, что они спрашивают по-испански, есть русские, которые говорят по-испански, вот они прекрасные. Все чистки, вот, они говорят, что все чистки, вот, нет мусора, там нет сигареты, вот, на улице нет. Они говорят, что все чистки, все, они организовали хорошо. Россия организовали, чемпионат мира очень отлично. Организовали супер, да, чемпионат мира, короче. Все понятно. А вы пробовали российское пиво? Я смотрю, у вас какое-то заграничное. Не пробовали, просто мы покупали здесь. Я пробовал это Жигули, потому что. А, Жигули? 20 лет назад выпил Жигули. Да. У нас бар есть. А кроме Москвы, какие города были? Вот они были в Калининграду. И в Калининграде даже. О, ничего себе. А, вот, Жигули наша, ё-моё. Нашу нахуй, да. Супер, да. А чем вам нравится в Москве, в России вообще, чем нравится? Dice que les gusta a vosotros de Rusia, de Moscú. Que han visto bueno, que es... El ambiente, todo, todo este sitio es maravilloso. Вот, атмосфера. Атмосфера праздника. Хорошая, вот девушки очень красивые, девушки красивые, вот, очень симпатичные, они спрашивают, где там находится эта улица, вот они помогают, вот такси тоже помогают, значит, да, все отлично. А вот. Не считаете, что цены в Москве, допустим, очень дорого, допустим, ну, высокие цены? Высокие цены, да, dicen que si es caro Moscú para comer o beber y todo. Para nosotros que llegamos de España está igual que en España. Digo, pero esto ni дорого. Можно поесть, можно покупать пиво или водку. Да, и да. Россия как разрушилась вообще? Вот раньше мнение о России какое было? То есть в лучшую сторону или в худшую сторону? Ну, как бы. Многие, может быть, наносили, преподносили как бы, ну, в плохих красках, то, что она там холодная страна, вот это, негостеприимная. Я так не думаю. Я думаю, что в России не холодная страна, и люди тоже не холодные. Они очень симпатичны, они помогают. Ага. И думаю, что вот, никак говорят, вот, люди говорят, где они никогда не жили здесь. Вот, я жил здесь, и я знаю, как раз. Ну, понятно. Что на чемпионате мира, кто победит? Кем мы ганаем мундиаль? Вамос, pregunta importante. Кем мы ганаем мундиаль? Испания! Испания! Испания, короче, как перепирать это? Испания, как спасибо, Аргентина. Вот, не говоря Испания, вот. Спасибо, как сказать, спасибо. Muchas gracias. Muchas gracias. Всего удачи, ребята. Good luck. Ну что, ребята, сейчас, короче, поговорили с испанцами. Прям на позитиве такие ребята все так под пивандром, короче, пьют наши Жигули, ё-моё. Я им хотел посоветовать место в бар, который у нас находится на Арбате, блин. Там есть бар Жигули, там вообще суперское место. Ну а здесь мы проходим мимо фонтана. Вот как это называется? Три капуры. В основном они положительные отзывы, да? Да. Цены говорят, можно ходить покушать, можно выпить нормально. Блин, забыли спросить, а сколько у них примерно обходится? Вот единственное, мы еще забыли. Сколько примерно у них обходится день проживания и день, день в кафешках, мафешках вот этих? Hey guys, where are you from? May I ask you a couple of questions?
Where are you from? Из Украины. А, да. How do you like our country? How do you like Moscow? Очень нравится. Очень нравится? Да. Вы с Украины, на самом деле? Нет. А откуда с Москвы? А вы в Украине родились или как? Или просто у вас родственники оттуда? Учимся там. А, учитесь в Украине? Да. Понятно. Как все, нравится? Зачем вам ведь? А мы для Ютуба снимаем просто. Соцопрос, Ютуб, Ютуб. Ага, Ютуб? Да. Хорошо, давайте. А, что нравится вообще в России? Что, что не ваша... А? В городе, да, там природа, архитектура, да, в Москве. Природа, там, как цены наши. Ну, цены нормальные, архитектура нравится, конечно. Я ради этого приехал. В Украине. Ну хорошо, там. Нормально. Лучше, чем здесь? А? Лучше, чем здесь? Да. Лучше? В Украине лучше? В каждом месте есть что-то. Свои предпримечательности, как бы, да, везде есть свои плюсы и минусы. Свои прелести. Да. А с какими проблемами, может быть, они столкнулись в России? Ну, вообще, есть какие-то проблемы? Цены, может быть, высокие, там, жулики, люди, таксисты, люди, там, люди-то немножко, может, несправедливо к вам относятся, какие-то грубоватые, там, или там, да, не, может быть, неотзывчивые. Там не совсем помогает, хотелось бы. Мне нравится, вот, жилье было сложно снять. Жилье сложно было снять? Ну, все было, все и было дорого забитым. Вообще-то. Дорого, да, все-таки? Все-таки самое дорого. Дорогое осталось, все, кто... Да. Российское пиво хорошее? Как вы считаете? Мы не пьем. Вы не пьете? Нет. Здоровый образ жизни? Да. Молодцы, да. Правильно да. делаете. А кто, вы думаете, выиграет чемпионат России? Аргентина. Аргентина? Да. Не Бразилия? Нет. Может, Бразилия, да. Может, Бразилия. Окей. Я думаю, Аргентина. А ты типа спонсируешь вечеринку, да? О, какие девчонки на позитиве. Да, и сиськи классные. На русском языке общается прям прекрасно, да? А, но он, видишь, учится в Украине. Мексиканец учится в Украине, да. Мексиканец, да? А, вот так вот, ребята. Тоже, говорит, хорошо там, говорит, в Киеве. Не знаю, везде по-своему хорошо. Ну, у нас, видите, преподносит информацию, как бы, то, что там может быть плохо. А им преподносит то, что в России плохо. Как-то так. Идет такая информационная война, наверное, скорее всего. А мы показываем всю правду, расскажем. На канале подписывайтесь. Mexico. А чего, как, а что вам нравится в Москве и в России? What do you like in Russia or in Moscow? The most. What will more like? Yeah. Ah, everything is beautiful. Red Square. What else? Como é que está? Red Square. Did you visit Cathedral? The people. Security. Beer. Girls. Too much security. Girls beautiful. Девчонки красивые, слишком много security, очень много охраны, говорит, все как классно. На вашем уровне, да? А в каких городах были, кроме России, кроме Москвы? What cities did you visit besides Moscow? Нижний Новгород. Нижний Новгород. Three times, and we go to St. Petersburg. Я поеду в Санкт-Петербург. А, в Санкт-Петербург еще поеду, ага. Значит, как вы считаете, высокие цены, по сколько денег вообще тратят они в день? How much money do you spend a day? На человека. In quarter, All depends. $3,000 For one person? Yeah. $3,000 3,000 на человека. If we don't travel. И говорит, нет проблем, говорит. $3,000 Все, окей. Do you speak English? Where are you from? French. French? From Франция. Франция? О, нифига себе. Do you speak English a little bit? Little. We are from Moscow. We asking questions in YouTube. We have channel. Okay. Первый раз, да? Что вы ожидаете от России? Как ваше ожидание? Понравилось в России или вы ожидали лучшего чего-то увидеть здесь? Did you like in Russia or you expect to see something better in Russia? Еда, people. Люди. Security. Security? Security. Охрана хорошая. Moscow is good. Да, все на высшем уровне. Okay. And beautiful sun. Beautiful what? Sun. Sunshine. Beautiful sun. Beautiful. Красивое солнце. Красивое солнце. Color. Вам не жарко здесь? Good. Может быть, скажете насчет цен, как вам цены московские вообще нравятся? How do you like prices? It's high prices. It's very expensive. Yes. Очень дорого, конечно. Очень дорого в Москве, да? Yeah. Как вы думаете, кто победит на чемпионате в России? How do you think who is going to win the championship? Brazil, Argentina. Brazil. France. Brazil. Бразилия, да? Yeah. Да. Бразилия. Хотели спросить у вас. А вообще, поскольку у вас денег уходит в день, траты какие? How much money did you spend on hotels? Покушать, попить там все. To drink, to taste our food. How much do you spend money? На человека. Day. A day, yeah. 2000. А, 2000 in rubles? Комиссия за кути? А? Комиссия за кути на Макду?
Мактуш, босс. Yes, 2000. 2000 рублей на в день. 2000 на человека или на двоих? Yes. На человека. For one. No, for two beer, for two beer. 2000, работа. Yes. На двоих? 2000. А, ну по-скромному это хорошо, в принципе, считается. Hey guys, how are you? Where from? Mexico. Mexico. А, отлично. Первый раз в России. Are you for the first time in Russia or Moscow? Very nice, we love it. Очень нравится, обалденно. Да, чаще. Да. А что именно понравилось больше всего? What did you like the most in Russia, in Moscow, other cities? The people. People is very friendly. Очень дружелюбные люди еще. Anything else? We like the people, we like the city, the history about Russia. Знают историю России, очень понравилось. А сколько денег вообще приходится тратить вот на сутки вот вам на двоих? How much money русских рублей? You have to, do you have to spend for one person a day? $20? No, $120, $150. 120-150 долларов где-то. For день. One person? For one person with hotel and food. На еду и на проживание. А, на 150 долларов в день, да, в сутки, да, получается, да, на двоих? Да. Да, понятно. Пробовали российское пиво, как считаете? Хорошее, нет? Are you... Did you taste Russian beer? Out there? Yes, we did. Жигули, Балтика, Первый раз. Первый раз, да? А что ожидали от России? Оправдались их ожидания? What did you expect from Russia? Are you satisfied? Yes, very surprising, very... Очень интересно, сюрпризов много было всяких. Ага. А что понравилось больше всего в Москве вообще? What did you like in Moscow and Russia the most? The architecture. Архитектура города. Very different from Brazil. Отличается от бразильской. Mm-hmm. Очень отличается. А с какими проблемами мы столкнулись в России? Did you have some problems in Russia and Moscow? Там rude people, higher prices here in Russia, I think it's because of the World Cup. Ну, высокие цены, говорит, понимаете, что, потому что чемпионат мира, поэтому высокие цены. Так нормально, говорит. Так, все супер, да? А какие города были, кроме Москвы, вот еще какие? What cities did you visit besides Moscow? Калининград, Казань. Not yet. We are going to Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Казань. Самара. Ага, понял. Как девушки? Как девушки российские. Russian girls. Все, удачи. Давайте, пока. Давайте, удачи.